Уже на следующей неделе в Украине пройдут выборы в 40 объединенных территориальных громад. В Ивано-Франковской области в двух сельских ОТГ своих кандидатов выдвинула аграрная партия. С чем они пойдут на выборы, подробнее в материале. Загвоздянская объединенная территориальная громада – это два села – Загвоздье и Подлесье. Оба в нескольких километрах от Ивано-Франковска. Вот уже который год местные жители опасаются, что их может затопить. В 2008-м это едва не случилось. Тогда из-за сильного паводка вода почти полностью уничтожила дамбу. С тех пор ее не восстановили. Но, на жаль, уже прошло 10 лет и весь там же. И ничего не сделалось. Это ждет до следующей повені. Если такая вода прийде, это 2 часа часу и оно змило все. Це треба спеціалістів, треба укріпити, треба кинути плити, треба ці сітки. Селяне говорят, понимают, что собственными силами им не справиться. На ремонт дамбы и укрепительные работы нужны большие деньги. Надеются, что выделение средств из областного государственного бюджета сможет добиться новое руководство ОТГ. Аграрная партия здесь выдвинула 11 кандидатов в депутаты и поддерживает претендента на пост главы громады. Эти люди мешкают в этой громаде, и как никто краще знают, какие проблемы есть. Есть команда, яка підтримує нашого кандидата і спільно готова допомагати людям в реалізації і вирішенню їхніх проблем. Претендент на пост главы громады Владимир Ружанский признается, что без хорошей команды не удастся ничего сделать. Понял давно, поэтому заручился поддержкой аграриев. Уверен, совместно им удастся решить главные проблемы, в частности, построить новый детский сад. Проблемы у нас с садиком очень большие. Будем заниматься, будувати садики. Почему проблема? У нас много молодежи, много детей, не хватает мест. Я думаю, что нам люди из аграрной партии помогут нам с этим вопросом это все сделать. И мы надеемся, зато я звернувся до них, до их помощи. На встречу с жителями двух сел приехал и лидер аграрной партии Виталий Скоцик. Рассказывает, посетил уже десятки населенных пунктов во всей Украине. И почти везде одни и те же проблемы, в том числе плохие дороги. Дуже потужна команда, ее очолює голова спілки воинов АТО, двух найближчих сіл. Вони заряджені на те, щоб досягнути хорошого результату, щоб ми всі їхали по гарній дорозі. Тут близько до міста Франківська, де робочі місця, в принципі, є більш-менш забезпечені присутністю обласного центру, все рівно є питання, як туди добратися. Тому ось перше питання, яке буде у даній сільській раді, у даній громаді, це дорога. І я думаю, що це питання, яке буде вирішуватися одразу після виборів. Вибори в 40 об'єднаних територіальних громадах пройдуть в следующее воскресенье, 29 апреля. Во всіх аграрна партія видвинула своїх кандидатів. Даниил Снисар, Жанна Дучак, Зиновий Автанас. Подробності телеканал Інтер, Івано-Франковська область.